Уважаемый Садыр Нургаджоевич, уважаемые члены делегации, выражаю глубокую признательность за теплый прием и гостеприимство, оказываемое нашей делегацией на земле братского Кыргызстана. Вначале хотел бы особо отметить, что мы в Узбекистане искренне радуемся успешным реформам в Кыргызстане, проводимым уважаемым Садыр Нургаджоевичем. Несмотря на сложную обстановку в мире, в стране наблюдается устойчивый рост экономики, повышается уровень жизни населения, реализуются важные социальные и инфраструктурные проекты, укрепляется ее международный авторитет. Подчеркну, мы намерены и далее всесторонне поддерживать программу преобразования президента Кыргызстана. Только что завершился переговор в узком составе, еще раз показали взаимное стремление к дальнейшему сближению и полномасштабному сотрудничеству. Я вам хочу, уважаемый член делегации, сказать, что разговор был доверительный, очень доверительный. Мы скрупулезно, не спеша, по каждым вопросам наших отношений во всех направлениях рассмотрели. Я вам хочу сказать, что у нас никаких проблемных вопросов нет. Это в истории за 31 год независимости Кыргызстана и Узбекистана первый раз такой уровень взаимоотношений. И я хочу отдельно благодарить моего коллегу, уважаемого Садыра Нургаджоевича, за поддержку, именно личную поддержку, даже пограничные вопросы. Если его не было бы политической воли, мы бы не достигли бы сегодняшних результатов. Можно было бы все, как раньше, сказать, да, мы будем делать только завтра и послезавтра. Но завтра прошло уже 30 лет, мы не решали эти вопросы. Так что я особо хочу еще раз выразить вам благодарность. Мы с особым удовлетворением отмечаем динамичное развитие двусторонних отношений. Наши контакты приобрели системный, и я бы хотел сказать, что интенсивный характер. Это позволит существенно укрепить взаимодействие, определить новые точки роста, расширить практическое сотрудничество. Завершены переговоры, как я сейчас сказал, и заключен исторический договор о границе. Это исторический. Это с большим воодушевлением были восприняты нашими братскими народами. Взаимная торговля за последние годы выросла в 7 раз, достигнув 1 миллиарда 300 миллионов долларов. Этих цифр раньше у нас просто не было никогда. Создано более 300 совместных предприятий. В рамках промышленной кооперации в Кыргызстане налажено производство современной бытовой техники, стройматериалов, медицинских изделий. Запущен узбекско-киргизский фонд развития, который уже финансирует реальные проекты. Накануне успешно прошел бизнес-форум, где подписан солидный пакет твердых контрактов на сумму 1 миллиард 600 миллионов долларов. Начата реализация крупных региональных проектов Камбаратинская ГЭС-1 и железные дороги Хытай-Кыргызстан-Узбекистан. Они открывают перед нами совершенно новые горизонты взаимодействия. Активизировались деловые контакты и культурно-гуманитарные обмены, особенно между приграничными нашими регионами. Убежден, что сегодняшняя встреча, наши договоренности, принимаемый документ, особенно, как вы сейчас уже особенно отметили, декларация о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, это основа всего. Она, несомненно, выведет наши отношения на еще более высокий, качественно новый уровень, наполнит их конкретным содержанием, в этом я уверен. Подчеркну, мы настроены на достижение прорывных результатов, призванных укрепить фундамент наших долгосрочных отношений, а также обеспечить благополучие и процветание двух братских стран и народов. Благодарю за внимание.